часа назад, 3 часа назад. Ля-ля-ля-ля-ля, подожди. Ну вот, правильно все. Да, вот это вот последнее сохранение. Так, лифты включены. Я вот только хотел сказать, на таком пространстве никого нету, да? Ну да, ну да. Пистолет, 21 патрон. Давай, знаешь, как сделаем? Раз. Come to me, my little friend. Твою мать! Нету патронов. Дробовик. Дробовик. Дробовик сила. Все, да? Все? Вообще покинул участок. Я твой участок покидал, понял? У, сука. Пошел к черту вообще. Перезаряжаем. Сказать, операторов нету. Ты серьезно? Разум всегда приведет вас к верному умозаключению. Наверху. Пропуск. Тут нет ничего. Вон он, летает, летает. Так, это своя турелька, отлично. Понимаешь, если тут есть турельки, все, это безопасное место, в принципе, если нету фантомов. Так, тут мы уже были, ага, я тут этого убивал. Так, тут выход. Встретишься. Со всеми встретишься. Так. Блин, мне до хрена нужно. На шокер нужны патроны. На дробовик нужны патроны. И на пистолет еще нужны патроны. Ладно, пока с лучеметом побегаем. Сейчас вот эту вот зону зачищу, в принципе, и пойдем сделаем патроны на пистолет. Потому что на дробовик у меня пока нет. Вроде как. Так, наверху, да, говоришь? Вон там он. Заметил? Подожди. Давай сейчас вот сюда. Поверху поднимемся. Ага. Подожди, а я тут смогу выйти? Смогу. Это я вообще где? То есть даже так, да? Я понял, хорошо. Сейчас я тебя приведу к верному пути. Стоять.
Подожди. Все. И второго туда же. Ни хера у меня током. Да стреляю же, но неугомонный. Достал там и стоит что-то. Что они делают? А, то есть они все вот туда стояли? Нормально вот так, ребят. Развлекайтесь. Отпереть, ну-ка. Угу, вообще не удивлен. Вот серьезно, ни капельки. Три патрона. Раз, два. Сука. Ну, понятно, да. Ты уже спалился там. Так. Слышь. Охренел, что ли? Вообще пух. Это что за звук? Так, этот мертв. Окей. Так. Шкаф. Подожди. Шкаф обыскать. Ага. Хорошо. Допустим. Еще отзыв лицензии на изготовление нейромодов. Нормально. Окей, хорошо. Так. Экзотическая материя. Угу. Четыре нейромода. Угу. Нормально у них так нейромоды пропадают. Неожиданно. Можно было сказать, но нет. Так, там мы были, лифт. Угу. Турель. Подъем первый. Это я уже не подниму, да? Второй, да. А забраться на него, в принципе, никак не смогу, например. А, ну все, мы тут уже были, понятно. Ладно, хорошо. Хорошо. А... Чего? Как? Как, мать твою? Как ты умудрился умереть? А, господи. Серьезно, вот это трэш. Хорошо. Ладно, я тебя услышал. Они все еще живы, получается, да, теперь? Ну да, гениально. До свидания. Угу. Тестирование. Сейчас я такое тестирование произведу с тобой. Все. Хрен там был. Подожди, откуда? Так, это еще живой, хорошо. Раз, два. Все, братан. Ну не надо. Понимаешь? Не в эту смену. Ну ладно. Хорошо. Так.
В смысле, подожди. Не понял. А, все, я понял, откуда я пропуск взял. Пропуск. Так, я не помню, там я все смотрел уже, нет? Ага, тут возьмем. В принципе, пофигу, сейчас надо будет осмотреться и пойти сохраниться. Ну все, поехали. Сейчас будет мимик, да? Да стой ты, ну. Блять, уже смылся куда-то, а? Ну не угомонный ты, ну. Ну умри спокойно себе. Чё тебе мешает? Так, отменить. Открыть двери. Так, на этом мы уже все прочитали. Это взяли. Это тоже. Так. Заряды. Так. Больше нет ничего интересного. Ну и все, пошли тогда. Че будем тить мять? Так, хил. Хил. Раз, два. Эти. Ну и кофе съедим. Мы выпьем. Да, съедим. Надеюсь, теперь ты не умрешь. Беспомощный, блин. Подожди, сейф, нахрен. Больше не хочу туда-сюда бегать, все это проходить по новой. Вот, наконец-то. Теперь дверь открыта. Да, супер. Ой, как хорошо, экзоматерия, а? Снять она. Так, ну и все, пошли отсюда. Так. Сюда я пока не смогу, да, попасть? Ну да. Окей. Сюда тоже, да? Ладно, хорошо. Да, пошли в другую локу. Сейчас надо будет, получается, патроны сделать. Давай, давай, грузись. Отлично. Вроде нету. Так, третий подъем, третий. Окей.
Там мы еще не были, получается. На втором. Угу. Подожди, а я сюда не заходил разве? Я, по-моему, сюда не заходил, да? Так. Почта. Испытуемый. Угу. Морган. А, нет, подожди. Я тут был. Я-то вещи его выкидывал. Да-да-да. Это я помню. Симмонс установил вам пустые нейромоды. Вот почему вы смогли вспомнить предыдущие испытания и сбежать. Я создан, чтобы помогать вам. У меня есть и другие инструкции, но для доступа к ним вы должны найти оба ключа активатора. Mm-hmm. Хорошо. Так, эту скинем. Алкашку, я думаю, в принципе, тоже. Угу. Так, пиво, кофе, чай, шампанское. Давай вот это вот лучше скинем. А, ну да, я это выпил. Гениально. Три себе возьмем тогда уж. Угу. Так, нейромоды, это все, это сюда. Угу. Да подожди. Все. Так. Погнали. Да, отлично. Угу. Баллон с гипс-пушкой. Так, вот, патроны. Шокер. Не, ну это не то. Патроны, я не знаю, сейчас также штук 120 создадим и нормально. Так, 120, да? Да. Птички 4 штуки. Угу. Подожди. Реактивный модуль. Он у меня есть. Снаряжение 0 штук. Ага. Есть, есть. Дротикомет есть, это все есть. Я говорю, вот шокера бы патроны взять. Его, видишь, только можно сделать сам шокер. Угу. Ну все, в принципе, ладно, поехали. И дробовик, видишь, нет тоже патронов. Обидно, обидно. Ваш кабинет в относительной безопасности. Здесь вы сможете отдохнуть или использовать комплектацию. Я бы так не сказал, что он в безопасности. Так, обратно лаборатория. Угу. Получается, мне нужно вот сюда вот. Лаборатория психотроники. В эти лаборатории психотроники. Входной путь. Дендрарий. Кто-то декабрь. Обыскать сейф в кабинете Алекса. Угу. Не, давай, наверное, сначала пойдем вот сюда.
А потом тогда уже в дендрарий. Так, несколько задач. Угу. Ну, поехали. Так, это снизу, да? Угу. Хорошо. Тут у меня до сих пор нету кода. Так, вниз. Угу. Ну и поехали дальше тогда. Нормально. Да, давай. Лаборатория психотроники. Так, сейф Алекса. Подожди, так я в дендрарии? Почему? Что-то я не совсем понимаю. Ну, психотроники. Он говорит в дендрарии обыскать сейф Алекса. Я понял. Все, он показывает общие квесты. Орган, в лаборатории психотроники небезопасно. Ага. Что тебе тут нужно? Кто-то помогает тебе. Екатерина? Элазар? Я могу подслушивать дела. Сообщение вашего брата, и я с ним согласен. Здесь задерживаться нельзя. Вам нужен служебный шлюз в технический туннель, Сагиту. По нему вы подниметесь на самый верх станции. Подожди-ка. Свидания. Но он там был не один, правильно? Да нет, один. Подожди, показалось? Ошибка. Угу, пока нету. Сколько тут сейчас мимиков будет, а? Подожди. Ну давай, иди сюда. Тобой справлялся. Ты вообще уже не настолько страшный. Вот мимики, да, неожиданные просто, чисто-напросто, только из-за этого.
Так. Скамья. Нет ничего. Ну, подожди. А ведь могли бы что-нибудь положить. Так. Использование психоскопа обязательно. Ага, то есть у меня пока нет, да, этого психоскопа. Что-то дохерища. Ну нормально, да, так. Не понял. Там спускай хотя бы за собой. Гениально просто. Так. Вас тут, а? Урода. Пошел к черту. Подожди же, вас тут больше было. Третий груз. Еще два. Отлично. А, вот и шлем. Психоскоп. Отлично. Психоскоп был прорывом. Это самая важная технология на Талосе-1 после нейромодов. Сканируйте тифонов с его помощью, чтобы узнать, как они устроены. Кстати, это ваше изобретение. Ни хрена себе. Мощно. На букву Z. Ага. Сканируете фон, вы открываете новые способности, которые можно получить, установив нейромоды. Мощно, мощно. Для сканирования нужен живой образец. Угу. Окей. Серьезно? Так, подожди. Ты говоришь... А, нихера себе. И это все тоже уходит в прокачку, бля. Не, ну вот это мощно, конечно. Так, мне нужен подъем был. Мне нужно вот это. И мне нужен хакер. Вот это что такое? Псионный навык. Ваш запас пси-энергии повышается до 150 единиц. Ёпт. Психотроника 1. Позволяет установить два дополнительных чипа на ваш психоскоп. Ага. Охранник. Блин, а тут до хрена всего на самом деле надо. Вот это нужная вещь, в принципе.
На 50%. На 100%. Ага. До 200 единиц. Ну да, до 200 единиц. Так. Два чипа дополнительные. Да, вот это вот, конечно, вещь хорошая. Так. Подожди, снаряжение. Вот, чипы психоскопа. Медленно восстанавливает запас пси-энергии. 100%. Обнаружение мимиков. Тоже неплохо. Почему нет? Чипы костюма. Тут все. Угу. Предметы. Предметы. Ну да, нет, я что-то подумал. Одна штучка осталась. Так. Давай кофе выпьем, похрен. Так. Использование психоскопа обязательно. Я понял. Я говорю, жаль, у меня только сейчас патронов на дробовик нету. Охранял что? Ладно, Морган. Я не могу тебя приказывать. Но если ты не будешь меня слушать, то погибнешь. Тебе нужно откалибровать психоскоп. Попробуй сканировать тифоны, в которых встретишь. Когда наберешь достаточно... Так, и чё? А главное, ты сможешь установить нейромоды тифонов. Тогда тебя ничто не остановит. Таков замысел, Морган. Пришлось потратить 3 года твоей жизни, чтобы научиться тому, что умеют они. Ты просто этого не помнишь. Ну-ка. Чё, я зря, да, это сделал? Кабинет директора. Четыре патрона. Вот это уже хорошо. Что? Подожди, смертельная комбинация. Большинство врагов на борту Талоса-1 сильнее вас, как минимум в начале. Прежде чем атаковать, постарайтесь их обезвредить. Так. Ну, шокера, хорошо, это я понял. Угу. Я не понял, как я умер. Он за одну атаку меня убил или что? Подожди. Я серьезно понять не могу, типа. 70 хп просто за одну атаку, да? Серьезно. Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Так. Или меня все-таки вот этот вот ток убил? Я, скорее всего, ток вот этот убил. Ну-ка. Запчастей не хватает, а? Ладно. Хорошо. Давай сделаем так. Серьезно. Ладно, я тебя понял. О, сразу же, видишь, мимик показывает. Ты знаешь, чем? Пошли-ка обратно. Здравствуйте. Ты все-таки тут? Не знаю, что. Что-то я не знаю. И чё? Сканирование завершено. Нужно больше образцов.
Неисправность. Ладно. Сканирование завершено. Угу. Кинетический взрыв. Доступен новый псионин. Это фантом. Я понял. Хорошо. Хорошо. Посылаю тебе код от сейфа в кабинете директора Келлструпа. Я уверен, что там он спрятал нейромоды. С их помощью установи себе способности фона. Тогда, возможно, ты доживешь до нашей следующей встречи. Блин, ну, понимаешь, в чем прикол? Типа, если я установлю способности Тифона, на меня будут агриться и мои турели. Вот в чем опасность. Блин, ну хрен знает. Так, подожди. Где там этот мимик? Ладно. Здравствуйте. Привет, привет. Он беспалевный, да, видишь? И типа он отсюда сейчас вылезет, да? Подожди. А, он там застрял, окей. Угу. Вот, сука, все-таки выпрыгнул. Ладно. Так, сколько? 40 патрон. Да. Давай еще создадим парочку. До 100 сейчас. Соберем и нормально. Я думаю, может на этом закончить? Да, давайте на этом, пожалуй, закончим. Вот. Всем спасибо, кто смотрел эту серию. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а с вами был Нелапс. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.